3, 2, 1. Суровые парни сверлят суровую болванку. Люблю. Кому нужна железная лохматушка? Борода, как у тебя, брат. Железная лохматушка. Следующий. Где масло? Мясо. Понял, надо надавливать. И сколько тебе газировка? Радостник. Осталось 20 миллиметров. До полного счастья осталось 20. Это именно этот палец был поврежден. Парни, ребята, никогда, когда сверлите, блядь, не хватайте в перчатке рукой стружку. В перчатке рукой стружку, друзья мои. Захерачил палец только что. Отрезало как скальпелем, как острейшим стеклом резануло. Завтра будем перематывать, покажу. Захерачило, вот как на перчатке захерачило. А новые перчатки, кожаная перчатка новая. Как на перчатке захерачил, кровися, так и в пальце захерачил. Сняло. Лучше стружечку отводить на железным приспособлением. Вот так вот. Фух, переволновался, друзья мои. Техника безопасности прежде всего. Иначе будет вот такой палец отрезанный. О, будет отрезанный палец. Ни в коем случае. Все, на сегодня шабаш. Славик, ты по гороскопу баран? По гороскопу осел.